Найден автомобильный номер времен Великой Отечественной войны. Его обнаружила поисковая группа «Патриот-60» Псковской области, близ города Невель. Это номер грузового автомобиля образца 1936 года, известного как «Полуторка». Принадлежал он предположительно сформированной в Стерлитамаке 170-й стрелковой дивизии. Серия номеров БА, ББ и БВ была закреплена за Башкирской АСР, то есть за Башкирией. Соответственно, вот этот номер ББ-13-65 был установлен на грузовике, зарегистрирован на территории Башкирской АСР. И, видимо, летом 41 года он в составе 170-й Стерлитамакской стрелковой дивизии отбыл на фронт, где участвовал в этих тяжелых оборонительных боях, отступлениях. Ну и в итоге был, возможно, разбит или брошен где-то, видимо, в районе деревни Лепищи, где 170-я Стерлитамакская стрелковая дивизия вела тяжелые бои в окружении, прорываясь к городу Невель. Автомобильный номер будет передан в Стерлитамакский краеведческий музей.